Привет всем! Заказать товар вы можете по ссылке в описании. Подпишитесь на наш канал, чтобы быть в курсе всех новинок на AliExpress. Крючки для детской сумки для коляски – практичные и удобные аксессуары для родителей с маленькими детьми. Эти крючки можно прикрепить к коляске или детской сумке, что позволяет родителям легко носить свои сумки или другие предметы, не держа их. Крючки изготовлены из крепких материалов и могут вращаться на 360 градусов для дополнительного удобства. Они легко устанавливаются и снимаются и подходят для использования в большинстве колясок и детских сумок. Эти крючки для вешалок могут помочь сохранить ваши руки свободными и облегчить жизнь во время прогулок с ребенком. Силиконовая нескользящая детская посуда – это детские миски, тарелки и ложки, изготовленные из пищевого силикона и созданные, чтобы облегчить прием пищи детям и развлечь их. Миски и тарелки имеют присоски на дне, чтобы предотвратить проливку, и их легко чистить. Ложки имеют мягкие силиконовые наконечники, которые бережно относятся к деснам и зубам ребенка. Чаша в форме краба представляет собой милое и забавное дополнение к любой трапезе и может вместить разнообразную пищу. Эти аксессуары не содержат бисфенола и не скользят, что делает их безопасными и простыми в использовании как для родителей, так и для детей. Силиконовый прорезыватель для зубов – это игрушка для прорезывания зубов, предназначенная для младенцев, чтобы успокоить их десну во время фазы прорезывания зубов. Кольцо-прорезыватель имеет симпатичную форму руля, которую малышам легко взять и держать. Прорезыватель изготовлен из пищевого силикона, который безопасен для жевания младенцами и не содержит бисфенола, а деревянное кольцо для прорезывания зубов также изготовлено из натурального дерева, оно гладкое и не имеет сколов, что обеспечивает безопасность ребенка. Прорезыватель можно легко очистить водой с мылом, и его можно хранить в холодильнике для дополнительного успокоения. Это станет отличным подарком на праздник ребенка и день рождения. Носки для новорожденных предназначены как для мальчиков, так и для девочек. Они имеют милый дизайн в виде звездочки и изготовлены из мягкого и дышащего хлопка, что обеспечивает комфорт нежным ножкам вашего ребенка. Конструкция против скольжения гарантирует, что ваш малыш сможет безопасно научиться ходить и исследовать окружающий мир, не скользя. Обувь также теплая и идеальная для холодного времени года, благодаря чему ножкам вашего ребенка будет комфортно и удобно. Они подходят для новорожденных и малышей, что делает их универсальным выбором для первой пары обуви вашего ребенка. Благодаря высококачественной конструкции, эти ботинки крепкие и долговечные. Обувь для новорожденных – это новая детская обувь, идеально подходит для малышей, которые только учатся ходить. Они оснащены резиновой подошвой против скольжения, которая обеспечивает устойчивость и предотвращает падение. Изготовленные из высококачественной кожи, они мягкие, удобные и дышащие, обеспечивая прохладу и сухость ножек вашего ребенка. Обувь имеет стильный и элегантный дизайн, который можно носить с любой одеждой, а регулируемый ремень обеспечивает надежную посадку. Эта обувь, доступная в разных цветах и размерах, идеально подходит как для мальчиков, так и для девочек. Благодаря прочной конструкции и волшебному дизайну эта обувь обязательна для любого родителя, который ищет удобную и безопасную обувь для своего малыша.